Ganga taranga ramaniya jata kalabam Gauri nirantara vibhushi tobam bhagam Narayano priyamananga madapaharam Varanasi purapati bhajavi shanatham Vagishajusva vadane Lakshmir jasacha bakshashi Yasyaste hidaya sambhid Tam nishinga maham bhaje Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Vijita Risika Vayu Viradanta Munasturagam Jaya Yatanti Yantumati Lolomu Vayu Kido Vyasana Satamrito Samabahayo Guru Charanam Vanija Ivaja Santakita Karno Dharaja Ludo Vijitori Siko Vayo Viradanto Munasturagam Jaya Jatanti Yantumati Lolomu Payo Kido Vyasana Satamrito Samabahayo Guru Charanam Vanija Ivaja Santa Krita Karna Dharaja Ludhau Gaurya Gashtipati Gaurya Gashtipati Shishila Bhakti Siddhanta Sarasvati Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал до тех пор, пока Дживатма не примет Ананда Дхарму в свое сердце, она будет несчастна. Шрила Прабхупада Парамахамса Джагадгуру сказал, что пока Дживатма не испытает Ананда Дхарму в своем сердце, она не будет счастлива. Ананда Дхарма — это Атма-дхарма, Бхагавата-дхарма, Вайшнава-дхарма, Джайва-дхарма. Все, все они едины, это синонимы. Ананда-дхарма означает бхакти-дхарма. Пока у нас нет бхакти, пока мы не взрастили в себе настроение служения, нам не обрести счастье. Как слепые, мы на ощупь ищем счастье. Где же счастье? Но никак не можем отыскать его. Почему? Потому что в нас преобладает настроение вызова. Если мы прибегаем к логике, Апракрита Татва, Бхагавата Татва, Вайшнава Татва и Гуру Татва не откроется нам. Мы хотим увидеть их при помощи грязных глаз. Но ими можно увидеть лишь мочеиспражнения мужчин, женщин и материальные тела. И этими грязными глазами вы хотите увидеть гуру и вайшнавов. Вы вечно бросаете вызов, оспариваете, то есть прибегаете к логике.
Но логические интерпретации не имеют ничего общего с абсолютной истиной. Как только мы обретем милость Гуру и Вайшнавов, мы почувствуем отвращение к материальному миру. Тем не менее, это невозможно сделать собственными усилиями. Никто не может выйти из-под влияния майи сам по себе. Это происходит естественно. Естественно приходит отречение. Если я побью вас, постоянно буду наказывать вас. Я не смогу тем самым помочь вам обрести бхакти, потому что бхакти приходит естественным образом. И оно не зависит от внешних факторов. Недостаточно лишь исполнять все правила, предписания. Это не даст нам бхакти, дхарму, ананта, дхарму. Лишь по милости чистых преданных, гуру, вайшнавов, естественным образом они проявятся в нашем сердце. Но если мы будем искусственно прибегать к совершать аскезы с сегодняшнего дня, я буду принимать просто один раз в день, буду повторять по три лака харинама, но к чему это приведет вас? Попробуйте, начинайте, но вы не сможете. Не сможете долго делать это. Порой обусловленная душа дает обеты. С сегодняшнего дня я точно буду это делать. Но спустя несколько дней ее вдохновение пропадает. Поскольку слабость сердца, отсутствие крипы вайшнавов. Слабость означает отсутствие крипы, милости. Возможно, вы уже слышали строки из этого киртана, который написал Бхактивинода Такур. А это шлока из Упанишад. Атма-таттва не могут познать слабаки. Имеется в виду те, кто лишены крипы, те, кто лишены чит-бала. In a day, they can take resolution 5 times, and they can break. Как правило, часто люди, обусловленные дживы, принимают по 5 обетов на дню, но тут же оставляют их. What value is there? What is the value of my body? Каков смысл в моем теле? Смысл в моей энергии, мозге? Не имеет никакой ценности. Имеется в виду, что до тех пор, пока вы не почувствуете так, пока вы не почувствуете себя бесполезным, пока... Otherwise, elephant, Gajendra,
Если тело так важно, если сила в теле так важна, если она действительно может даровать нам успех баджане, почему тогда слон Гаджендра, сильнейший среди животных в настоящие дни? Раньше, конечно, были динозавры, которые превосходили его в силе, но в наше время слон обладает самой большой силой среди животных. Слон Гаджендра был настолько сильным, что нам сложно представить. В Бхагаватам описано, что когда он шел по лесу, львы и тигры разбегались в страхе. Слон Гаджендра не был обыкновенным слоном, возможно, в 100 раз сильнее, чем обычный слон. Описывается так. И этот самый Гаджендра возмолился Бхагавану. Но вся молитва Гаджендра представляет собой Веданту от начала до конца. Это Веданта Сутра. Настолько замечательная. Итак, Гаджендра молится Бхагавану. Он не обращается к Господу напрямую, о Бхагавану, Кришна, но косвенным образом, как повсюду в Веданте, дается лишь упоминание. Веданта Сутра подобна формулам, как математике. И каждая формула заключает в себе глубокий смысл. То есть каждая сутра основана на знании Господа. Гаджендра взмолился Бхагавану. Прабху, ты думаешь, что я переживаю за свое тело? Думаешь, я хочу защитить его? Нет. Что мне делать с ним? Я молюсь тебе не для того, чтобы ты защитил мое тело слона. Я в пасти крокодила, но я молюсь тебе о моем освобождении. Точнее, освобождении моей атмы. Что мне делать с телом? Я могу ходить тут и там. Есть бананы. Общаться с себе подобными. Мы совершаем большую ошибку, думая, что тело, ум и есть мы. Это главнейшая причина, по которой мы не можем видеть Гуру и Вайшнавов. Я не смею сказать, что в этом мире нет Гуру и Вайшнавов. Так я сказать не могу. А если бы сказал, то оскорбил бы Бхагавана.
бросил бы вызов абсолютному могуществу Бхагавана. Тем самым я бы заявил, что Бхагаван настолько слаб, что не может привести чистого преданного в этот материальный мир для того, чтобы наставить нас. Значит, в Бхагаване нет особого смысла, ценности. Конечно же, Джаганнатх. Приводит в этот мир возвышенных преданных. Но из-за того, что мы не находимся на беспристрастной платформе, мы делаем различия, смотрим на общество, которому принадлежит вайшнав и так далее. Поэтому мы не можем распознать вайшнава. Поскольку мы видим внешнее, пока мы, как я уже сказал, прибегаем к помощи логики, гуру вайшнавы и бхагаваны, вся пракрита татва не придут в мое сердце. Даже если вайшнав будет передо мной, я не смогу увидеть его. Они обманут меня так, что я не пойму, кто передо мной. Почему? Лишь потому, что мы сами хотим быть обманутыми. Я много раз говорил о Сиддханте Прабхупаде. Гуру и вайшнавы оставляют за собой право не являться вашим материальным органом чувств. Потому что ни умом, ни образованием невозможно постичь абсолютную истину, невозможно увидеть вайшнава. Таким образом, мы вечно можем подниматься на высшие планеты материального мира и падать на низшие, скитаясь по бесчисленным мирам материального мира. Но Прабхупад говорит, что если вы вручите ответственность за себя мне, если вы готовы полностью предаться мне, я возьму ответственность за вас. В противном случае я не смогу вам помочь. Я никого не зову. Все зависит от вас. Ваш выбор — отвергнуть меня или принять. Но не сомневайтесь в том, что пока вы полностью не предадитесь мне, я не смогу взять ответственность за вас. Поскольку если на 90% вы даже и предадитесь, то 10% останется ответственности за вас останется в ваших руках. И именно эти 10% могут привести вас к падению. Таким образом, даже 10% представляет собой опасность. Майя войдет в эту дыру и заставит нас пасть. В этом заключается сиддханта Шрилы Прабхупады. Лишь если вы вручите всю ответственность за себя мне, в этот момент я возьму ответственность за вас. И тем самым вы обретете благо. Я принесу вам подлинное благо. Что говорить о
подлинном баджане, когда жизнь за жизнь, мы сражаемся с майей. Суть в том, что практика чистого, то есть чистое преданное служение — это нечто отличное от того, чем заняты мы. Это абсолютно разные вещи. Таким образом, процесс смешания, не приемлем. Мы жизнь за жизнью сражаемся с майей. Как будто бы это наша высшая цель. Но, конечно же, это не так. Мы настолько глупы, что думаем, что если избавимся от влияния майи, то достигнем высший успех. Но это ошибка. Это самое начало. Это начальная точка. Но мы думаем, что сейчас совершаем баджан, но это еще не баджан. Несмотря на то, что жизнь за жизнью мы сражаемся с майей, выйти из-под ее влияния очень просто, но мы ничего не знаем об этом. Думаете, я говорю ерунду? Все, что я говорю, имеет... Я имею опыт всего, о чем говорю. Я говорю лишь о том, что осознал сам. Никто не предоставил нам точной информации, как выйти из-под влияния майя. Поскольку обманщикам выгодно держать нас в тьме невидения, но Гуру и Вайшнавы проливают свет знания. И поскольку этот свет на нас не пролился, мы находимся в замешательстве. Бхактивинода Тхакур говорит в одной из своих статей, что в наши дни стало нормой, что саду не говорят о абсолютной истине, поскольку сами не познали ее. Ведь только если вы сами обрели осознание, вы можете поделиться ими с другими. Но если вы не являетесь самоосознавшей душой, как вы можете помочь кому-то? Если у вас у самого нет осознания, это говорит, что вы... Единственное, что вы можете сказать, это ложную философию, но у нас нет времени на это. У нас нет времени слушать ложную философию. Единственное, что нам необходимо, что нам интересно, это прямые осознания, полученные от парампары. Нам совершенно не интересна сухая философия. Кому она нужна? If you can share
Если вы сможете поделиться с кем-то своими осознаниями, с тем, кто полностью предался лотосным стопам Бхагавана, значит, ваша проповедь достигла успеха. Что значит проповедь? Это значит делиться своими осознаниями, своими реализациями. Проповедь это не означает, сейчас я буду рассказывать Бхагавата-татву. Это не значит, что я сейчас перед публикой расскажу все шлоки, которые выучил, и стану звездой. Нет. Подлинная проповедь означает делиться своими осознаниями, которые получены в процессе Гуру Севы. Именно такая Харикатха оставит след в сердце слушателей. При условии, что они искренне. Такая проповедь будет эффективной, даст свои плоды. Прабхупада говорит, что лишь если кто-то полностью вручит меня, себя мне, я защищу их и возьму за них полную ответственность. Потому что частичное предание не приведет нас к успеху. Шлока, с которой я сегодня начал, очень важна. Она из Бхагавата Махапурана, 10 песни, 67 главы. Веда Стути. Сегодня Чатурмаса только началась, Бхагаван погрузился в сон, но в действительности сон — это проявление тамагуны, и, конечно же, Бхагаван в нее не погружается. Но смысл в том, что Бхагаван сконцентрирован в эти 4 месяца на йога-майе. То есть он отдыхает с закрытыми глазами. Но а Шрути молятся Бхагавану, говоря, что выйти из-под влияния майи невозможно. Мы можем выйти из-под влияния майи по милости Гуру и Вайшнавов. Это 100% истина. Бхагаватам и все шастры подтверждают это. Как я уже много раз сказал, предположим, вы находитесь под влиянием тама и раджа-гуны. Для того, чтобы достичь сатвы, вам необходимо выйти из-под их влияния. Асуры относятся к тамагуне. Выше них находится раджа-гуна. И на вершине Раджагуны находится Дурга-деви. Люди считают, что она относится к Тама и Раджагуне. Но до Дурга-пуджи
как правило, читают чанди. И те, кто поклоняется Кали, считают, что Дурга является воплощением Тамы и Раджа-гуны. Но там, вот в этом писании чанди, сказано, что Дурга, она же йога-майя с точки зрения вайшнавской концепции, йога-майя, то есть йога-майя не может находиться под влиянием тама, не может быть олицетворением тама и раджа-гуны. Много раз в шастрах сказано «Ананда-майя-ма». Что означает «Ананда»? Вы правда никогда не слышали чанди? Я с детства слышал это. Даже в этом писании чанди сказано, Кали называется Вишну Шакти. Так как же Вишну Шакти может стать воплощением тамагуны? Это невозможно. Таким образом, существует много доказательств тому, что Дурга Деви находится в Шудда Сатве. Одной ногой она стоит на льве, который является воплощением Раджа-гуны, а другой ногой на олицетворении тама-гуны. Но что, о чем это говорит? Что она уже превзошла два эти уровня и находится на уровне благости. Таким образом, выйти из-под влияния майи очень просто, хотя мы воспринимаем это как невероятно сложную задачу, борясь это жизнь за жизнью. Но на самом деле, если мы не выйдем из-под влияния майи, мы не сможем начать харибаджан. Таким образом, это является начальной точкой. Бхагаван находится на трансцендентной платформе. А я нахожусь на материальной. Так как же я могу служить ему? Мне необходимо взобраться на его уровень. Я много раз повторял вопрос Парикшит Махараджа Шукадева Госвами. Как возможно, что те, кто поклоняется Дурге, Кали, Ганеше, Шанкаре, становятся богатыми, получают много материальных наслаждений, но те, кто поклоняется Вишну Татве, как правило, бедны, нишкинчаны. Они совершенно не заинтересованы в деньгах и материальных приобретениях. Почему? Почему происходит так? Много раз это вопрос. Я говорил об этом. Шлока, с которой я сегодня начал, как я уже сказал, из 10-й песни, когда веды взмолились Бхагавану во время Чатурмаси, на Шаяна Экадаши Господь
ложится отдыхать. Шана Экадаши, когда Бхагаван засыпает, а Утхана Экадаши, когда он просыпается. Таким образом, тот, кто соблюдает Чатурмасию от одного Экадаши до другого, до Утхана Экадаши, наша Гуруарга говорит, что кто-то может начать с Экадаши и закончить на Экадаши, а кто-то начинает на Двадаши, следующий день после Экадаши, и заканчивает следующими Двадаши, то есть заканчивает спустя 4 месяца Двадаши, а кто-то начинает с Пурнимы и заканчивает Раса Пурнимой. Начинает с Гуру Пурнимы и заканчивает Раса Пурнимой. In gist I'm speaking, I'm not going in details. Their stuti, Veda stuti. Vedas, I mean suti, suti going to stuti. Suti mean prayer and suti mean Veda. Шрути означает молитва, а стути — молитва, а шрути — это веда. Они говорят, те практически невозможно преодолеть твою майю. Как сумасшедший слон. Не слушается человека, и человек не может. Взять его под контроль. Точно так же, как дикие лошади, их невозможно оседлать. Она может убить, она может затоптать. Я сам видел подобное. Шрути, Веды молятся Бхагавану. Так же, как невозможно оседлать дикую лошадь, невозможно преодолеть твою майю, невозможно усмирить ум. Ум сравнивается с дикой лошадью. О, Бхагаван! Практически невозможно взять под контроль сумасшедший ум, который сравним лишь с бешеной лошадью. Те, кто пытаются сделать это, не могут достичь успеха. Те, кто хотят подчинить себе органы чувств
и ум, не способны сделать этого, пока не встретят преданных. Даже йоги, гьяни, хоть и могут взять контроль над умом и органами чувств, у них нет никаких гарантий, что в будущем не произойдет их падение. Карма-йоги, Раджа-риши, Махариши, хоть и достигают контроля над умом, но нет никаких гарантий, что он не выйдет вновь из-под их влияния. Джитендрия — это тот, кто не подвластен своим органам чувств. Они не причиняют ему никаких беспокойств. Они подобны натренированной собаке, надрессированной собаке, которая очень послушна сидеть, она садится, идти, она идет. Настоящие грехастхи очень могущественные, настоящие грехастха преданные. И все возможности наслаждаться, но они контролируют свои органы чувств. Шивас Пандит, Шивананда Сен, Бхактинанда Такур, они были величайшими, могущественными грехастхами. Хоть их окружали материальные наслаждения, они не стремились наслаждаться. А те, кто называют себя саньяси, могут ли они доказать, что они в действительности являются таковыми? Это говорит Бхактивинода Такур, не я. Он говорит, я вынужден сказать так, если это как-то заденет вас, мне очень жаль, простите меня, я ничего не имею против вас. Бхактивинода Такур пишет это в своей статье, и у меня нет другого выхода, кроме как говорить об этом. Если вас разозлят мои слова, пожалуйста, простите меня. Но дело в том, что я не могу врать. Саньяса — это не шутки. Бхактивинода Такур говорит, что те, кто входит в вашем брамачари, саньяси, я гарантирую, что если кто-то будет слушать мою харикатху, он обретет бхакти. Но большинство людей нет времени на это. Итак, Бхактивинода Такур говорит, что те, кто входят в брамачари и саньяса ашрам, должны соответствовать высоким стандартам этих ашрамов. В настоящее время происходит так, что
спустя 20-30 лет назад принятия саньяси, саньяси падают. Это говорит о том, что была совершена парадха. Что подразумевается под падением? Не просто общение, не только общение с женщинами. Падение означает желание пратиштхи. Когда саньяси начинает гордиться, считает себя лучшим проповедником в мире. Таким образом, падение может прийти разными путями. Через пратиштху, может быть, через женщин, через деньги. Это не вопрос политики, споров. Это вопрос жизни и смерти. Бхактивинода Тхакур говорит, что когда вы входите в отреченный ваш ашрам, не нужно думать, что проблем у вас больше не будет. То есть нужно 10 раз подумать, прежде чем войти в этот ашрам отречения. Выйти из подления майи очень просто, служа чистым преданным гуру и вайшнавам. Но у нас нет такой возможности, и в этом вся проблема. Сейчас под именем, под маской Юкта Вайраги все наслаждаются. Но на самом деле Юкта Вайраги не для вас. Она применима для Шридхар Госвами Махараджи, для Прабхупады. А мы просто называем Юкта Вайраги свои наслаждения. Это как отговорка, повод. Покажите мне свою проповедь. Покажите, чем вы занимаетесь. Итак, суть в том, что выйти из подлияния майя не так уж сложно, несмотря на это, жизнь за жизнью мы сражаемся с ней. Прабхупад говорит, жизнь за жизнью, жизнь за жизнью, вы боретесь с ней. И думаем, что это и есть баджан, главное, что нам необходимо, но это не так. Постарайтесь запомнить каждое слово, которое я произношу, потому что я говорю слово в слово, повторяю слово в слово, то есть повторяю то, что говорил Прабхупад, слово в слово. После того, как вы избавитесь от анартх, к чему вы будете стремиться? Какой артхи? Артха — это цель. Какая цель будет у вас после того, как вы избавитесь от анартх? Кришнабаджан? Если это не так, то даже избавившись от анартх, если вы не будете служить гуру и вайшнавам, вы вновь попадете под влияние майя, станете майявади. Сиддханта настолько тонка,
настолько высока, что мы даже не можем представить ее возвышенное положение. Что вы будете делать, когда избавитесь от анартх? Спрашивает Прабхупад. Прабхупад говорит на бенгали, на санскрите, что нам необходимо артхапрапати, после того, как мы избавимся от анартх. То есть мы должны стремиться к высшей цели, Кришна-према. Кришна-премия. У нас должно быть сильнейшее желание обрести цель, достичь цель. В противном случае мы станем майявади. Даже избавившись от анартх. Таким образом, насколько нужно быть внимательным к своей цели? Насколько мы должны быть сосредоточены на лотосных стопах Кришны? Сколько предания необходимо, чтобы достичь их? Ведастути говорят: «О Бхагаван, те, кто хотят избавиться от анартха, обрести контроль над своими чувствами, вряд ли смогут сделать это, потому что это необычайно сложная задача. Все равно, что оседлать дикую лошадь». Или можно привести другую аналогию, как бизнесмен сложил товары, купец сложил товар на лодку и поплыл, но разыгрался шторм. И в этот момент он лишается, и в один момент он лишается всего, что было на лодке. Заключение этих выше, всего вышесказанного в том, что если человек сможет служить чистым преданным, то есть мы, как в огромном океане, абсолютно беспомощные, и кто может помочь нам? Лишь лотосные стопы гуру. Шикша-гуру, дикша-гуру, вартма-пардаршика-гуру. Все они едины. Об этом говорится в Чайтанья-чаритамрите. Итак, не приняв прибежище лотосных стоп, садгуру, никто не сможет избавиться от анартхи и взять под контроль свои чувства. Сегодня превосходный день. Гуру Пурнима. А браджаваси называют его Мурия Пурнима. They give some nickname.
Означает день, когда нужно бриться. И все браджаваси бреются. И именно в этот день Санатана Госвами покинул этот мир, в этот день. Из-за разлуки Санатаной браджаваси плачут и выполняют ведические обычаи. Когда мать и отец покидают этот мир, мы должны сбрить волосы. Поэтому браджаваси бреются. Итак, из-за разлуки с Санатаной Госвами браджаваси считают, что чувствуют, что вместе с Санатаной ушло все, ушел Бари Баба. Баба означает саду, и так называли Санатану браджаваси. Санатана и Рупа были известны на весь Врадж. Рупу Госвами назвали Чоте Баба. Итак, сегодня день ухода Санатаны Госвами, и все браджаваси следуют этому дню, сбривая волосы. Совершают парикраму Гирирадж Махараджа. Именно сегодня, они и каждый день обходят Говардхан, но именно сегодня тысячи, сотни тысяч людей совершают парикраму Говардхану. Я знаю это на собственном опыте. Обычно у меня занимала Говардхана парикрама около 4 часов. А то и меньше. Но если делать ее сегодня, то займет это около 12 часов, потому что там тысячи, тысячи людей идут. Если дорога пуста, то можно быстро идти, а когда там толпы, идти быстро сложно, приходится идти медленно, поэтому парикрама занимает в 3 раза дольше. Занимает в 3 раза больше времени. Также сегодня Гуру Пурнима. Многие преданные спросили меня, почему? Почему Гуру Пурнима? Потому что именно в этот день, то есть когда я на день явления моего Гуру Падападма, день явления гуру, моего Гуру Падападма является Гуру Пуджи, так же, как и сегодняшний день. Для меня очень важен этот день, потому что именно в этот день Гуру Падападма пришел, мой Гуру Падападма пришел в этот мир. И сегодняшний день также очень важен, поскольку именно сегодня мы должны поклоняться всей Гуру Варге, то есть имеется в виду всей Гуру Татве. Гуру Татва неделима, едина. All your individual guru patvadmo, your guru. И что это вьясти гуру? Это ваш собственный гуру. Имеется в виду тот, у кого приняли посвящение. Came in the form
сам Баларам, Бхагаван, принимает форму нашего гуру, принимает форму Шрилы Бхактивиданта Тиртхи Госвами Махараджа, Шрилы Бхактивиданта Бхарати Госвами Махараджа, Шрилы Шридхара Госвами Махараджа и так далее. Он может принять любую форму. Изначально гуру Таттва приходит в этот мир чтобы освободить обусловленные дживы. Но сегодня гуру Пуджа, мы поклоняемся всей гуру Таттве, Самасти гуру. Самасти гуру Пуджа. Существует четыре подлинные сампрадаи в этом мире. Рамануджа Ачарья, Мадхава Ачарья, Вишну с вами и Нимбарка Ачарья сампрадая. Мы, наша сампрадая берет свое начало от Мадхава Ачарьи, поскольку Чайтанья Махапрабху принял прибежище именно в ней, она, несомненно, является авторитетной. И именно сегодня у нас есть возможность поклоняться всем гуру, подлинным гуру. Ямуна Ачарья, Рамануджа Ачарья. Как мы поем по утрам, Кришна Хойте Чатурмукха. Вся Гуру Таттва объединяется. Неважно, где, когда явился в этот мир Садгуру, ну, однозначно все святые, все подлинные саду рождаются, то есть все наши предшествующие учителя приняли свое рождение в Индии. Я не знаю, каково положение дел сегодня, но прежде было так. All their overall puja is today. Today the overall guru puja. Итак, сегодня гуру пуджа всех подлинных гуру из всех четырех сампрадай. Итак, сегодня важный день. Сегодня необходимо отказаться от То сегодня мы поклоняемся всем гуру, единой гуру Таттве, лотосным стопам всех наших предшествующих ачарьев. А изначальный гуру Таттва является Баладауджа Махараджи. Поднося цветы ему, они достигнут лотосных стоп всей гуру Таттвы. Итак, Санатана Госвами Пад покинул этот мир в этот день. Без Санатаны Госвами Пада, без Рупы Госвами Пада мы ничего бы не знали о Гаудия Сампрадае. Как только мы произносим Гаудия Сампрадая, тут же вспоминаем шесть госвами. Поскольку они внесли огромный вклад и посвятили всю свою жизнь служению. Ни секунды. Они не тратили на наслаждение. Для нас не достижим такой уровень.
настоящий момент. Мы не можем представить подобное даже во сне, подобное самопредание. Поэтому в Шадгасвами Аштакам сказано: они забыли о сне и еде. День и ночь они совершали баджан во Вриндаване. Были необычайно смиренные, считали себя никчемными, не спали, не ели, только совершали баджан. Санатана Госвами ел сушеный горох. Возможно так выжить? В то время вся Браджамандала состояла из леса. Возможно, вы помните, я начал со слов, что до тех пор, пока вы не почувствуете Анандадхарму в своем сердце, счастье вам не обрести. Как мог Санатана Госвами и Рупа Госвами вести такой возвышенный образ жизни? Отреченный образ жизни. Такой отреченный образ жизни, поскольку они были полны ананды. Мадхавендра Пурипат плакал, но почему он плакал? Потому что он был преисполнен ананды. Даже в чувстве разлуки содержится ананда. Слезы материалиста и возвышенного преданного отличаются. Итак, Санатана Госвами — звезда на небосклоне Гаудия Вашнавизма. Рагханатдас Госвами рыдал, когда Санатан Госвами уже покинул этот мир. Он плакал, как сумасшедший, навзрыд. По наставлению Чайтанья Махапрабху Санатана Госвами написал много книг. После встречи с Чайтанья Махапрабху Санатана Госвами пошел в Варанаси. Точнее, их встреча произошла в Варанаси.
И там состоялся большой долгий разговор, который известен как Санатана Шикша. Если вы не знаете Санатана Шикша, Рупа Шикша, вы слепы. Если не знаете Рай Рамананда Самвад, вы слепы. Невозможно совершать Гаудия Бхаджан, не зная их. Махапрабху дал наставление Санатани Госвами на Маникараника Гати в Варанаси. Разговор длился долгое время, на протяжении месяца. Махапрабху давал наставление Санатани. В конце их разговора ты должен составить шастры, чтобы люди обрели полное понимание, что есть духовная практика. А во-вторых, ты должен отыскать затерянные места Вриндавана. Многие тиртхи были открыты именно Санатаной Госвами. Представьте, какова ситуация была в те дни. Время не было ни книг, ни бумаги, писали на пальмовых листах. Сейчас мы расслабленно совершаем баджан. Но все равно, несмотря на то, что у нас есть все условия, мы не стремимся слушать Харикатху. Итак, Санатана Госвами составил, смотрите, шастры, составил Брихат Бхагаватамриту. В то же время, по наставлению читания Махапрабху, он открыл различные святые места игр Господа. Как он открывал их? К примеру, вы хотите поклониться Гирирадж Гавардхану. То есть вы должны отыскать его. Для того, чтобы отыскать, необходимо изучить все шастры, где упоминается Гирирадж Гавардхан. Лишь по милости Санатаны Госвами мы знаем, где изначальный Гокул. Но в то время он уже практически был утерян. Также где Брахманда Гат. Благодаря Санатане мы знаем это. То есть он проделал огромную работу, изучив все шастры. В те времена во Врадже было 5008 кунд. А сейчас даже 508 кунд нет. Все они исчезли. Возможно, в целом можно найти 500 кунд, но они находятся, большинство из них уже находится в увядающем состоянии. Так как же Санатана Госвами смог понять, где какая кунда? Шарадка,
Раса-лила осенью проходила на берегу Ямуны, около Гопешвара Махадева. Во время Раса-пурнимы, Васанта-пурнимы, весной на Говардхане. Итак, много, во многих местах проходила Раса-пурнима. В то время там был дремучий лес. Лишь если... То есть это очень рискованно было, действительно. Искать их. Леса были полны змей. И в лесах такая темнота. Я сам испытал на личном опыте, что ничего не видно. Итак, подобное служение возможно исполнить, лишь если ты полностью предался Бхагавану. Санатана Госвами открыл Вималакунду. Вы слышали о ее славе? Это Дхармакунда. Где Каши Вишванан, где Камешвар Махадев, где жили Панча Пандавы, никто не знал. Но все эти священные места открыл Санатана Госвами, изучая бесчисленное количество шастр. Сейчас, если мне нужно изучить какую-то тему, я просто... Иду в библиотеку и объясняю, какая тема мне нужна, и мне все предоставляют. Или я просто обращаюсь к ресурсам интернета. Это очень просто, но в те дни... Даже еще 40, 50, 60 лет назад, когда я был еще маленьким, таких возможностей не было. Бхактивинода Тхакур пишет, что в месяц Пурушоттама нашел книгу под названием «Веданта», и он хотел скопировать ее. В то время были большие проблемы с бумагой. Первое... Издательство... То есть все, во времена Прабхупады печатные издания не были широко, еще не были широко распространены, но он открыл свое собственное издательство. Итак, Санатана Госвами и Рупа Госвами. Указали нам подлинный путь. Но проблема в том, что на этом пути встают демоны. Если мы по-настоящему хотим следовать Рупе и Санатане, а другими словами, следовать Бхактивинода Тхакуру, что не отлично друг от друга, точно так же, как следовать Прабхупаде,
Постарайтесь понять, что я хочу сказать. Если бы Чайтанья Махапрабху сам предстал передо мной, я получил бы, я не смог бы получить от него знания совершеннее, чем от Бхактивинода Такура или Прабхупады. Потому что Чайтанья Махапрабху хоть и может говорить, но мы не сможем осознать то, что он скажет. Такое часто происходило. Чайтанья Махапрабху что-то говорил, но окружающие не могли понять, что это значит. Почему Махапрабху произнес эту шлоку? Он произнес шлоку, которую никто не знал. Никто не понимал, к чему он сказал ее. Но Рупа Госвами понял. И на ее основании Рупа Госвами написал замечательную шлоку. Когда он пришел в Баджан Кутир, он поднял голову и увидел над собой лист, на котором была написана эта шлока. Махапрабху был очень счастлив прочесть ее и тут же обнял Рупу Госвамипада. Суть в том, что Прабху может сказать, но кто поймет? Когда во время Гундича Марджанам Махапрабху говорит, ты, Гаудия, посмотри, что твой Гаудия делает посреди храма, он хочет омыть мои стопы. Я же в ад за это пойду. Почему ты не смотришь за ним? То есть тем самым он указывает, объясняет наша Гуру Варга, что он назначает Сваруп Гасая как главного, который должен взять на себя ответственность за всех преданных. Чайтанья Бхагава там не отличное, Чайтанья Махапрабху. They can realize, oh, he is speaking exactly. They cannot. They can kick him. Follow me. There is a condition. But that time, situation was different. В те времена ситуация была другая. Whole Gauriya Sampada was under the control of Sarup Gosai. В то время вся Гаудия Сампрадая была под руководством Сваруп Гасая. Не было ни компьютеров, ни телефонов. Мы экипированы всеми новейшими технологиями, но заниматься служением нам сложно. Махарадж, если вы будете говорить долго, это слишком сложно для нас, лучше вам говорить час, не больше. Переводить сложно и так далее.
В то время не было никаких условий. В то же время не было никаких препятствий. Саруп Гасай был, взял ответственность за все, за всех преданных, за все общество Гаудия Вайшнавов. И его назвали, а Рупа Санатана назвали Раджпатрой, представителями Господа. После них Джива и Рагунатха заняли это место, а затем Прабхупад и Бхактивинода Такур. Во время коронавируса в Харикатхе о Прабхупаде я говорил об этом. Я говорила также о Вишва Вайшнава Раджа Сабхе. Сейчас нет того, кто возглавлял бы все вайшнавское общество. Бхактивинода Такур написал очень много по этому поводу. И я мог бы объяснить. И сейчас моей целью является собрать бесчисленные цитаты Бхактивинода Такура на эту тему. Собрать цитаты Бхактивинода Такура и наших предшествующих ачарий. Бхактивинода Такур еще 150 лет назад знал, что возникнет подобная ситуация. Он предсказал все. Он обращался к ко всем ачарьям. Вы должны строго следовать Рупе и Санатане. В противном случае вы не можете давать дикши. Он писал много статей на эту тему. Еще 500 лет назад Санатан Госвами также предостерегал нас от сложившейся ситуации. Именно поэтому он составил четкое описание, в котором четко указано, кому, когда можно давать инициацию, как совершать духовную практику. Ушел Санатана Госвами, ушло все. Мир погрузился в темноту. Рагунат Госвами плакал навзрыд. На сегодня время вышло. Прошу прощения, сейчас я должен остановиться.